Встречи, дорогие друзья! В этот чудесный осенний день вас приветствует 7-й открытый фестиваль детского творчества «Желтый звук». Фестиваль «Встреча», фестиваль «Поиск», фестиваль «Дружба», фестиваль «Лаборатория», фестиваль «Радость» и «Праздник». Раз в 2 года зал Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества встречают творческих и увлеченных людей самого разного возраста, детские и юношеские театральные коллективы разных жанров и направлений. И с каждым новым фестивалем у нас появляются новые друзья, а у зрителей новые яркие впечатления. 7-й фестиваль «Желтый звук» — это 20 театров из разных городов Украины. И начиная с этой минуты открывается 4-дневный парад театральных работ, больших и маленьких, актеров опытных и начинающих, парад театральных жанров, традиционных и экспериментальных. Зрелище будет впечатляющее. Но мы хотели бы, чтобы наш фестиваль запомнился не только парадным торжеством, но прежде всего теплом дружеского общения. Давайте дружить! Давайте радоваться друг другу! Пожелаем фестивалю много новых светлых встреч, встреч участников разных театральных коллективов, актеров со своим зрителем и нашей встречи с театром! Для приветственного слова фестивалю на сцену приглашается заведующая отделом художественно-эстетического воспитания Ирина Лопатина. Дорогие дети, дорогие повзрослевшие дети, дорогие умудренные опытом дети и дети по определению. Вот уже 7-й раз в течение 14 лет мы наблюдаем, как наши дети, наши коллективы взрослеют и молодеют, стартуют во взрослую жизнь и дебютируют. И вот эти 4 дня мы хотим с вами окунуться в мир радости, счастья, и чтобы наши сердца и наши души потеплели и еще больше забились. Поэтому я открываю «Желтый звук», и да будет «Желтый звук» и дальше. Ура!